Гамбургс. У него перед глазами было только интересы чеченцев. И чеченцев. А потом все. Он этим руководствовал всю жизнь. Смерти не боялся. Чему должны придерживаться мусульмане? Ну, у нас в России в основном шафииты и ханафиты. А росписи делали тоже? Да, узбекские мастера. Все мечети. Они реконструируют тоже. Легендарный общественный палат. Мы от нашего имени, от имени главы Чеченской Республики, от нашего народа хотим вас поблагодарить. Мы как следует не можем вас благодарить, вы заслужите большой благодарности. Но мы можем вас благодарить и быть благодарными. Это звание почетного гражданина Чеченской Республики присваивается вам. Здесь написано «Вама рамайта из рамайта валакин Аллаха рама». Если вы целитесь, это значит, Всевышний Аллах вам помогает достичь цели. Сначала Аллах поможет нам победить. Мы сейчас посмотрели как раз. Вы не являетесь хранителем птицы. Да, я искренне говорю. Ну, все наши представители всех наших традиционных религий. Вот вы это защищаете. По сути, вы и защищаете наш многонациональный народ. Это ваша работа, ваши другие представители, своими прихожанами. Но общее дело делайте. Огромной важности, не менее важной, чем я сегодня показывал на полигоне. Он сам прокурал.